стонет душа, словно горлица в клетке. Хочется в небо взлететь ей скорей, только она никому не заметна. Каждый ведь занят судьбою своей. Билась крылами о прутья стальные, падала вниз, обессиленно вновь. Что же, вокруг про нее все забыли. Видно, такая земная любовь. Может быть, кто-то услышит рыдание, может, кому-то здесь милость родна. Может быть, чье-то проснется сознание, птица не выживет в клетке одна. Нет никого, чтобы взор обратили, и ничего, чтобы слух привлекло. Видя беду, стороной обходили, стон только дальше по ветру несло. Господи Боже! Вдруг вырвалось криком, и обессиленно стихло в груди. Кто-то взглянул с милосерднейшим ликом и протянул к двери руки свои. Клетка пуста, птица вновь на свободе, радость и слезы потоком текут. Счастье душе быть в отцовской заботе, где есть страдающим вечный приют. Если ты в жизни душой одинокой стонешь, как птица, что в клетке одна, только в молитве и с верой глубокой можешь свободу найти через Христа. Люди пройдут мимо, просто, обычно. Каждый становится мнимым судьей, только Христу это не безразлично. Освободит он пронзенной рукой.